Саратов. Из Поливановки я выехал в 11 часов. Мне нужно было добраться в центр города по делам. Кумыску, естественно, проехал я быстро. Хотя она тоже не почищена, очень скользко. Местами машины зеркалами бьются. Доехал до Новоузенской. Она полностью стоит. Решил через политех проехать. По Первому детскому еле-еле я проехал. У политеха стоит все мертво. Вообще. Беговая. Стоит. Пошел третий час. В Саратове ездить вообще нереально. Легче выйти. Вот я поставил машину. Я собираюсь пойти пешком. Это все стоит.